если не предпринимать каких-то действий активных, он предполагает убыток порядка 80 миллионов рублей. С февраля текущего года в автоколонии, значит, организована работа по рационализации деятельности, то есть объявлены 4 темы, которые очень важно в автоколонии улучшить. Это снижение расходов, это экономия горюче-смазочных материалов, это повышение ходимости автобусного парка, значит, и это снижение расходов на ремонт. Кроме этого, значит, нами рассмотрено совместно с руководством автоколонны штатное расписание автоколонны, выявлены резервы, поставлена задача на оптимизацию численности, прежде всего, значит, и управленческого персонала. Поэтому в 2013 году расходы на содержание, на оплату труда, прежде всего управленческого персонала, будут снижены порядка 10%. Кроме этого, разработаны ряд мероприятий по оптимизации маршрутов. Значит, часть маршрутов будет передана частным перевозчикам, часть маршрутов будет оптимизировано время движения по маршруту.